Так, привет, привет, друзья, всем привет, на связи канал Школа Спиннинга. Я, конечно, не усидел дома, пошел на рыбалку. Уже третий день у нас идут дожди, ливни, град, грозы, там, ураганы, короче. Сегодня я смотрю, тоже дождь с утра будет. Значит, прессинга не будет, рыбаков не будет. И еще сейчас в течение дня будет дождь 100 пудов, по прогнозу. Так, накрапывает. Но я вот сейчас на речке, пойду сейчас на точку, где я жереха проведывать хожу, и где у меня сошел жерех крупный недавно. Посмотрю, что там, есть ли он там, выходы, не выходы. Если не будет, час-два там постою и пойду попробую другую рыбу какую-нибудь поймать. Короче, поехали, погнали, посмотрим, что у нас получится сегодня. Так, друзья, в общем, никакой активности жереха я не обнаружил. Ну, в общем, как бы дождик идет мелкий. Может быть, он утром активничал. Ну, сейчас не вода достаточно чистая, несмотря на дождь. Ни в поляриках, ни выходов, ни боя, ничего нет. Поэтому пойду сейчас пробую на джиг половить тут по ямке. На воблеры потричь. Ну, в общем, какую-нибудь другую рыбу поискать. Так, друзья, в общем, дождик моросит. Кстати, вот эта горка новая моя, это моя мама с сестрой шьют. Вот, у них там небольшой цех, там мини-цех. Короче, кому надо, обращайтесь. 4 расцветки. Но это я потом отдельно ролик сниму вообще про эти горки. Я к тому, что вот я уже 2 часа стою, дождь моросит, и я сухой. То есть она, ну, короче, не мокнет как-то так. И при этом она еще и сама высыхает. Дождик чуть кончится, она быстро просыхает. Она как бы как типа палаточная такая. Но вообще материал рипстоп. Горка обалденная. Ну, короче, ладно, буду. Я сейчас все пробую. И воблер, и железо, и колебалки, и космастеры. И джиг. Не знаю. Может просто ходить. Я сейчас не особо не хожу. Надо ходить, ходить. Идти. А у меня сейчас такой стоячий, на поточком стою, что-то. Просто приманки менять. Надо не приманки менять, наверное, а ходить искать рыбу. Короче, пробуем дальше. Вот, друзья. Стоял тут, значит, я кидал. Что я тут кидал? Колебалку. Вдоль и поперек несколько раз. Не было реакции. Поставил дуореалист сотый. Вернее, его копию. От Беркинга. Ссылка у вас будет в правом верхнем углу и под этим видео на этот воблер, потому что этот воблер постоянно спасает. В общем, вот такая вот, такой шнуров попался первый сегодня, счет размочил в моей жереховой рыбалке, так сказать. Попался на дуореалист сотый, сейчас его иду выпущу. Вот заглотил, надо вначале вытащить. Да поймал шишку одну. В общем, поймал еще шнурка, еще меньше, чем первый, короче. Сейчас выпущу его. Опять на того же дуореалист сотый, копия от Беркинга. Ой, ладно, все, народ, короче,
поймал я двух шнурков, один грамм там на 400, на 300, второй грамм на 150, все отпущены. Сейчас тут туча, короче, набежала, хрен, сейчас точно гром гремит. Сейчас ливень будет стопудово, я, короче, сматываю удочки, все, домой погнал. Все, подписываемся, делимся, всем удачи, всех благ, пока.